Всем привет, друзья! Вы на канале Алекс86 Play. Меня зовут Александр. Мы продолжаем Горизонт, Новый Рассвет. Короче, я не знаю, что с этой игрой. Я загрузился возле костра со своей машиной. А их тут дохрена, понимаешь? Они как давай все на меня агрятся. Прилетели птицы. Вот те единственные на меня еще не агрятся. Вот, соответственно, моя коняшка как бы выжила, но... Ее птица, короче, вот это вот ее зараза добила. Вот, меня, короче, опять тут чуть не убили. Я вообще не понимаю. А мне, кстати, хилок нету. У меня закончились хилки. Это печально. Вот. Я не знаю, откуда они берутся. Я, короче, вообще не понимаю, почему, как, зачем и когда. Вот, ладненько, продолжаем. Забираем все, что есть. Ну, блин, я не успел починить, понимаешь, своего песика. Песика я своего не смог починить, вот. Какую-то телегу надо, зачем? Так, блять, это бизон, но он не похож на бизона. Мы пошли с вами на... Куда мы с вами пошли? Мы пошли на вышку. Это правильно? Это правильно. Так, что у меня по патронам? А что так мало патронов-то? Алло. Так, 47, здесь 20 из 20, здесь 15, здесь 15, здесь... Ага, все понятно. Смотрим. Смотрим карту. Мы пришли. Так, уберись. А где она, башня-то, что-то я не понял. А, вон она. Так, мы пришли, получается, за вышкой. И у нас горит миссия куда-то, да? Так, а еще мне нужно сходить вот сюда. Судя по всему, здесь какой-то... Я же сюда хотел, да? Да, я хотел сюда. Вот, а мы хотели с вами открыть две башни, получается. И посетить котел, он вроде называется. Не бункер, а котел. Вот, но прикол в том, что здесь меня реально атакуют. Задолбали, серьезно. Вот задолбали, не знаю, просто задолбали, потому что задолбали. Вот. Поставлю вот сюда метку. Бляха, вот сюда поставлю метку. И погнали. Так, погоди, я запутался. Чё, кого, куда я? Вот! Нету, не дают. Не дают нам, опа. Травка, отлично. Ну, возьми, пожалуйста, не дают. Так, а я все включил? Ты эти ля-ля-ля, ля-ля, тополя. Да, я вроде все сделал. Так, это что такое? Опа. Опачки. А откуда вы... Ну, короче, они, смотри, они со временем появляются. Они не должны были появляться, но они появляются. То есть, я так понимаю, пока мы не перезагрузим игру, они в принципе не должны появляться. Но в моей версии они почему-то появляются, я не знаю, почему это связано. Вот эта собака всю контору палит. Ну смотри, они с ума сходят. Они не должны себя так вести. Зашибись, я еще и не смог его. Да иди ты на! Ну дурак! Блять, откуда ж вас так много взялось-то? Бля, это вообще какие-то здоровые. Не, пацаны, короче, идите вы нахрен. Что-то вы меня задолбали, честное слово. Я поймала еще один сигнал. Бля, здесь людишки бегают. Они здесь без конца появляются, почему? Ебать, что тут происходит? Так, ну ладно, нам, в принципе, это не важно, нам это не наше дело. Пускай воюют. Нам главное
Найти костер. Надо найти костер. Реально беспредел. Так, ну я почти возле него. Я серьезно, я не представляю, как здесь просто путешествовать. Здесь все что-то, блядь, друг другом валят, пиздят. Так, погоди, тебя что, задели сильно? Так, я забыл, как чинить. С для ремонта. Да, половину, бляха, сняли. Отлично. Блять, там у них пиздец война. Тут очень много живности, блять. Просто ты реально сохраняешься, приходишь, и они здесь стоят. Но их здесь не должно было быть. Я приближаюсь к источнику сигнала. Да-да. Надо забраться ему на голову. Какой-то. Ой, ну ты-то нахуй сюда приперся? Да ёб твою мать, вы что, издеваетесь? Огнежар, блядь, саный приперся. Нахуй, падла. Отъебись, короче, от меня. Кстати, взяли мою зверюшку, убили. Ну, здесь все в куче, говорю, они не должны быть здесь в куче. Да ёб твою мать, отвали, а! Что ж ты ко мне, сука, привязался-то? Ну запрыгни тут же, не... Блядь. Серьезная игра. Вы представляете, такой баг игры, блядь. Она тупо не может, блядь, запрыгнуть. А не дается текстурная, понимаешь, тема? Потому что я здесь должен, блядь, что-то сделать. Бред, блядь, вообще. Ой, бред на бреде, конечно, в этой игре иногда. Бить по деталям, блядь. Так понятно, что по деталям бить-то, блядь, делают не в деталях, а в том, что они, блядь, с ума сходят. И ты попробуй, попади в детальку-то.
Мне нужно запрыгнуть наверх, но я не понимаю, как это сделать. Вот серьезно. Они все рядышком, понимаешь, ходят. Без этих гребаных указателей, типа, она не может, блядь, туда залазить. То, блядь, вполне неестественно. Ну вот не может она, к сожалению. Тут бизоны, блядь. Там еще кто-то. Блядь, серьезно, здесь нет прохода. Отсюда можно запрыгнуть на длину шеи. Можно, да? Давай пробовать. Давай пробовать, не знаю. Вот что-то в последнее время мне это не разонравилось. Только каким макаром я сейчас запрыгнул? А, стопы, я не здесь, да? Вы здесь, что ли? Блять, ну все в кучу, короче. Все просто в кучу. Отлично. Теперь добраться до головы. До головы-то доберемся. Так. Что-то здесь новенькое. Что-то по-новенькому сделали. Ты не можешь, серьезно? Погоди, а в чем прикол-то? Непонятно. Да, ты чё? То есть ещё и роботы стали другими. Ну ладно, давай, фиг. Раз уж пришли за вышкой, вышку надо взять. Но вот с этим беспределом я не знаю, что делать, серьезно. Я переустанавливал игру, это не помогло. Нажмите Enter. Ну еще одна вышка есть, я рад. Мне, короче, стелс тогда надо здесь прокачивать. Так, давай смотрим, что мы открыли. Что мы, в принципе, здесь открыли? Мы здесь ни хрена не открыли. Есть этот лагерь шаман, судя по всему, какой-то небольшой лагерек. Побочные задания, но они как бы не это, не ахти. Вот. Блин, здесь я воевать не буду пока. Так, а что у меня навыков-то? У меня аж 5 навыков, офигеть. Так, где был стелс? До стелса мы не дойдем, да? Не привлекая внимания, это вот оно, да? Когда Лои приседает противником, еще труднее ее заметить. 2. Здесь. Мастер уклона. Нажми левый Ctrl, сделать дальний рывок на один раз. Левый кон... Бляха, это все сложно. И бесшумный бег. Так, что нам здесь надо было? Давайте вспоминаем. Вызов машины плюс. Позволяет Лой позвать к себе только что... А раньше нельзя было, что ли? Не понимаю. Это беревой... Блядь. Обезвреживание ловушек. Вот механик мне надо было качать. Надо механика 3, 6... Позволяет разбирать. И тут у нас ремонт машин. На 20% повышает. Атака в прыжке с машины. Ремонт. Да. По идее, я мог сделать вот этот вот. Хотя мне не надо, мне нужно вот это. Ну и старейшин. Так, ну давай сделаем. А, я еще это не прокачал. Это чисто, блядь, стелс. 3, все, не хватило. Ну, бляха, 3, еще 6. Блин, это очень печально. Хотя бы мы пока не привлекая внимания. Вот. Так, ладно. Значит, здесь мы ушли. У нас осталось... Ага, но тут, блядь, тоже далеко. Погоди, а это где было?
Это было возле дома. Нам, если сюда скакать... Так, здесь нам нужно кого-нибудь поймать, да? Вот, допустим, здесь. Коняшку. И здесь заодно мы заберем эту. Давай погнали, чё бы нет. Так, до котла, до котла. Блин, я не знаю, слушайте. Ну, с одной стороны, котлы как бы, да? Чтоб там более какие-то машины перепрограммировать. И наверняка какие-нибудь будут, на которых можно покататься. Но! Дело в том, что в этом пиздеце, который творится у меня в игре, невозможно к ним подкрасться. Вы сами видели, насколько это сложно, потому что то они куда-то... Они кучкуются, во-первых, они залазят на горы, и они буквально не отворачиваются. Вот, я не знаю, в какой момент игра сломалась, потому что, наверное, в середине где-то. До, в самом начале все было прекрасно. В самом начале все было хорошо, они себя вели адекватно. По-моему, это началось, когда вот, кстати, я начал на караван охотиться, вот этот, и он стал бесконечным, да. И тогда вот эти крокодилы отовсюду начали лезть, хотя у них метка, они должны находиться далеко. И вот с того момента, по-моему, все и покатилось. То есть даже мы этих, помните, как он, Пилозуб. То есть я одного перепрограммировал, он убил второго, и буквально там прошло какое-то время, и они снова появились тут же вдвоем, блин, и начали меня атаковать. То есть этого, по идее, не должно было, они не должны были появляться. Вот, я не знаю. Может, уровень сложности поменялся. Надо, кстати, глянуть. Может, что-то в настройках не то. Но потому что, как бы, так действительно не должно быть. Вот. Не должно этого быть. Не должно оно есть. А может побыстрее? Я не знаю, сейчас если башню еще одну сделаем, тогда будет называться открытие вышек или что-нибудь такое назову. Не знаю, просто, короче, не идем ни по миссиям, никуда. А просто вскрываем башни, хотя нам это ничего не дает. Но хотя бы будут открыты. Так, что у нас по времени? 17 минут. 17 минут, и там займет полжизни. Доберешься ты, доберешься до вышки. Ну. Вот серьезно, вы видели, да, я сейчас прыгал, мне тупо текстуры не дают запрыгнуть на вот этот камень. То есть, ну вот это бред, вот это, конечно, бред. Я не знаю, зачем это сделали. Ну, типа, мол, обходи там, ищи проход, залази, и тогда ты сможешь на вышку залезть. Это серьезно, это, блях, это неправильно. Так, спокойно. Тут вообще надо аккуратно. Потому что не знаю, где я появился. Какая, блядь, запись? Так, нам нужно вот сюда. Чё там опять у меня появилось? Так, задание. Основное стоит. Основное — клад смерти. Это путешествие в пустоши. И древний арсенал. И охота. И все. Блять, а почему вы все с той стороны-то? Это я беру дорогу. Это возьмем, да. Что-то они прям как-то совсем далеко. Тихо. Тихо. Блять, он опять полез куда-то, блядь. Вот ты полез-то. Нормально, взяли бычка за рога. Взяли бычка за рога. Отлично, нажимаем карту. Бля, мне цветок надо было забрать, раз уж я здесь. Куда я поставил метку?
Так, стой. Дальше я сам. Бля, это кто такой? Что за цветок? Кто такой здоровый сейчас был? Ага. И как же мне туда добраться? Вопрос. Что за звуки? Ну, я, конечно, сомневаюсь, что здесь. Ага. До них, короче, еще... А какого вопроса можно сказать? Ты, падла, его охраняешь. Иди-ка отсюда, вот. Попадай, говорит, по этим штукам. Так у них, блядь, попробуй, попади. Ой, второй прилетел. Блядь, так он здесь не один. Так вот, а пространство с ними воевать вообще не это. Ну вот как я должен здесь стрелять, блядь? Это вообще неудобно. Да это пиздец. Блять, забрать цветочек захотел. Заберешь, блять. Так, минус один. Нужно его добить. Есть еще один. Охота на пташек. Есть еще один. Нет, мисс. Вот как я должен смотреть? А чё где-то места-то нет? А чё ты не забрала? А, ясно. Да давай! Блять, хилки сейчас будут улетать. Самое интересное, что сейчас я зря их воевал, да? Потому что они могут восстановиться и все. И как бы мне проще было цветок забрать. И не мучиться, скорее всего. Пиздец, чтоб цветок забрать, тут столько надо. Ёптить. И чё? Местечко, бляха. Ну успокойся, чё ты, Элойка. Элойка не нойка. Не, ну ладно, их нету. Прям на цветочке лежат. Да? Ого, а ты необычный. Да необычный, да. Мне бы еще быстрый спуск необычный. Нет? А можно быстрый спуск? И здесь нет? Бля, вы серьезно, что ли? Я не понимаю, где они есть, где их нету. Да. Печально.
Откуда я, блядь, пришел-то? Откуда ж я знаю-то? Ёптить, моптить! Ну, зашибись, блядь. Упал, куда, блядь, не надо было падать. Ну а чё я сделаю, блядь? Не поймёшь, ни хера в этой скале, блядь. Придумали нахрен. В таких случаях нужно делать быстрый спуск. Нету его там. Чё-то, короче, меня игра к концу, блин, чувствую, вообще подгорать будет. Ну придумали, блядь, чтоб цветочек взять, надо птиц перебить, блядь. Я надеюсь, я его взял. Этот сраный цветочек. Вообще, блядь, нечестно так. Так, давай для начала сюда тогда. Да, блядь, где здесь дороги-то? Пофигу мне до щелкозуба вашего. Цветок! Цветочек нужен. Я давно с людишками не этовался. Поэтому у нас хилок нет. Вообще, походу, не сюда. Надо было вот куда-то вот сюда. Какой это цветок? Ни хрена не дать. Да ну я ж хотел цветок взять! Что за издевательство сегодня, а? Делаю запасы. Так делай давай, я не скачи. Все отлично. Нам по-любому не сюда. Вот я вижу костер. Блять, сюда пойдешь, туда пойдешь. Где, блядь, проход найдешь? Нигде не найдешь. Интересный мир, конечно, здесь. Давай, давай. Просто, блядь, по джунглям. Так, спокойно. Теперь нам нужно здесь искать. Но я дорогу-то вижу, как бы, но я не вижу, где... Что нас там ждет? Спасибо, песик. Они меня глуханули, видать. Я боеприпасы кончились. Так, найти-то нахуя мне? Внезапно, блядь. Есть ли чулка? Блядь, у них линзы какие-то. Дело того стоило. А чё со звуком стало? Так, секунду, у меня что-то звук, блядь, сам по себе. Странно, блядь. Короче, у меня наушники эти все полностью умирают. Они стали сами по себе звук убавлять. Прибавлять. Это прям печально. Я-то думал, меня глуханули сейчас и такой сижу. А оказывается, меня не глуханули ни хрена. Во, костры появились. Блядь, тут какая-то херобоба. А это, оказывается, короче, прикинь, наушники сами по себе. Это печально. Это печально, надо новый настраивать. Так, чё у нас парень? Ну я же говорю, мы нихера не... Ну и ладно, это, короче, прогулка. Прогулка по Хорайзену, отстаньте. По местной флоре. Ой, прости, индюшка.
о местной, этой сказать, фауне. Вот сюда я, короче, поскочу. А вы отстаньте все от меня. Я не хочу с вами драться. Так, здесь где-то... Лентороги и прочие... Главное сохраняться, наверное, не знаю. Так, надо починить. Тебе прям громко так стало. Странно. То есть, короче, у меня наушники уже, видимо, во время игры. Ясно, летающие. Ну смотри, летающие вот здесь. Так, здесь есть проход-то вообще? Или нету? Да. Блять, пилозуб. Какого хрена ты тут делаешь? Тебя здесь вообще не должно быть. Вот скажите мне, откуда он здесь? Это бред. Это реально бред. Я приближаюсь к источнику сигнала. Мне надо залезть на голову для машины. А чтоб, блядь, залезть, нужно сделать что? Пройти через жесть. Так. Деревня какая-то. Давай попробуем проскакать. Погоди, тут деревни нет, что ли? Странно. Оп. Так, а как же мне на него набраться? Я так предполагаю, опять на скалу, да? Окей. Блин, это что-то напоминает. Пойдем-ка херачить их, однако, с тобой вдвоем. Что нам делать-то? Бежим, херачим, я стреляю, ты херачишь. Здесь все закончится. Да хватит, блядь, на месте, стой! Ну ёбаный, блядь, пилозуб!
Это пиздец. Паскуда, тварь. А где пилозуб-то? А ты чё мне не помогал-то, алё? Другалёк. Стоял просто. Да стой, куда ты? Я ж тебе говорил, ты атакуешь. Отсюда, я отсюда. Ну так же нечестно. Так, ну пилозуб вон, правильно? Иди сюда, собака. Сюда подошел. Отлично. Стрелы выручают, но сейчас бабки быстро кончатся. Всяких пилозубы, шмалозубы. Так, это возьмем. А здесь никак, здесь реально не пройдешь ведь. Бесполезно. Возвращайтесь к своему дому. Блять, это что там еще за... Отвалите, пожалуйста. Вам же сказали, возвращайтесь. Давай, иди сюда. Молодец. Да стой ты! Даже, блядь, машина моя с ума сходит. Что ж вы с ума-то все посходили, машины? Вот как я туда должен добираться? Вообще не понимаю. Даже представления не имею. Не, серьезно, а как тут попасть-то, блядь? Я вообще могу туда забраться? Что-то мне подскажет, что нет. Тут как будто... Да бляха ты! Блять, камера вообще вверх не идет. Они меня ищут. Ёбаная курица, а. Я серьезно, я даже не представляю. Через что я должен туда забраться, блядь? Отметок нету. Блядь, эти ёбаные курицы там ходят. Я должна быть готова.
Ёб твою мать. Они такое ощущение бесконечно. Чего у меня нет? Блять, все потратил. С этими глупыми курицами. Ну, мой робот стоит. Вы это видите, что машина тупит. Она не должна была так тупить. Эти появляются без конца. То есть вышки нахрен. Вот серьезно, я бы играл, если бы это было. Что за звуки-то? Я не понимаю, что за звуки. Она внизу орёт, что ли? Так, ладно. Я так и не нашел, как мне попасть. Да, ты отсюда чё? Я смогу на него запрыгнуть. Серьезно, где ж ты раньше-то была, Элойк? Ой, столько мучений. Столько потраченных ресурсов. Я реально, ну, неудобно сделано. Я порой не понимаю, какими стрелами, то есть, от какого лука бить. Начинается. Понятно, что ты должен просканировать. Ну, блин, здесь невозможно сканировать и просто так вот. Они же, блядь, всей толпой на тебя бегут. И пилозуб. Теперь добраться бы до головы. Доберемся, тут-то уж. Суть-то вот, вот в чем. Так, спокойно, куда? Что-то голова у него коротенькая. Вот! Нам, по сути, это ничего не дает, просто открывает карту. Просто открывает карту. Так, длина шеи 21 уровень. Все? То есть, ну, открыли. Окей. Показал нам этот котел, я не знаю. Во-первых, в котле еще какие-то роботы, всегда боссы, с ними тоже как бы воевать. Лагерь разбойников в какой-то руде.
Вот. Ну, это чисто уже, не знаю, на платину, на золото идти, если ты хочешь, да, вот это все открывать, допустим. Но опять-таки, смотри, сколько здесь всего. Ёлки-палки, это просто жесть. Они все равно на расстоянии. То есть, ну нет, здесь вообще не должно было быть никого, судя по всему. Вот, но здесь есть. То есть я так понимаю, что вот. Сразу они все теперь они не все обозначаются, видимо, только кого я запалил. То есть где здесь пилозуб? Где здесь что? Просто скакать, но тоже не получаться стало. Я говорю серьезно, я не знаю, что с ними стало. Зато мы здесь все открыли, тоже красота. Замок какой-то тут. А, ну я это был там, вроде не был. Вот, собственно-то. Мы вон в этом замке были. Не знаю, нужно это не нужно. В данном конкретном, наверное, мне это нахрен не нужно. Вот серьезно. Так, я был в прошлый раз вот здесь, не дошел до цветочка, да? Сколько там цветков-то надо? Банальные ящики, в которых ничего не попадает. Нужно дойти вот сюда, получается, посмотреть, что здесь. И клад смерти, ну клад смерти, это что-то страшное. Вот эта зона, я так понимаю, это, возможно, дополняшечка. А так-то, получается, да, мы практически все открыли. Ладненько, давайте тогда в следующий раз мы все-таки сбегаем в котел. В котел, не знаю, в какой именно. Есть ли в них вообще разница по уровню? Вот. Тут бы цветочек забрать, заодно в котел спуститься, посмотреть. Я не знаю, почему котел названо, но что-то где-то я вот недавно слышал. Вот, по-моему, в новостях там. То ли мне кто-то писал. Я вообще хотел вот в этот котел. Погоди, так она эти-то все костры... Нет, она костры не открывает. Видишь, только которые мимо я, видимо, теперь проскакиваю. И она мне так, а чё мне до навыков-то далеко? Далековато еще. Какой интересный максимальный уровень здесь есть, нету? Ну это типа длинный прыжок. Удержать левый контрол, чтобы сделать долгий кувырок. Или один раз нажать левый контрол для короткого. А, ну удерживать. Вот. Но мне бы вот этот реальный, вот бесшумный бег. Типа ты такой бежишь, мимо него пробегаешь, а он похую на тебя ему. Все, ему вот, ты ему не нужен. Ладненько, так, где моя пёсика? Сейчас я дойду до пёселя. Я где вообще еду-то? А, мы сейчас к костру подъедем. Только сейчас награду дали. Ой, почти. Ну, за них как минимум опыт дают. Опыт это уже хорошо. Так, я где костёр-то я открывал? Ну вон трупачки я вижу. А вон мой песель стоит. Вон там, видишь? Это же песель мой? Да, песель. А вон костер, собственно. Блях, прикольно, какие-то птицы летают, орут. Якоб, Якоб. Все, погнали. А чего с этой-то? Сюда прям бабахнул так. Ой-ой-ой, обиделся что ли? Ты чё? Да ты не обижайся. Чё-то ему не понравилось, короче. А, я прям на него попал. Ну ты-то, короче, восстановился, нет? Или ты сломался? Весь искришь что-то, как будто сломался. Всё, ладненько, вот здесь сохраняемся. Быстрые сохранящики, давайте на сегодня закончим тогда. Вот! Не знаю, как-то вот так. Очень много времени, конечно, занимает путешествие, особенно залазить на эти башни. Тут столько беспредела, столько вот этой войны, стрельбы. Не знаю, по мне, вот серьезно, для меня, я не знаю, ну, это не особо важно, хотя... Может быть, я и заблуждаюсь. Ладненько, спасибо всем, кто смотрел, ставьте лайки, обязательно комментируйте, подписывайтесь на канал, на паблик. Всем пока-пока.